Так, вот она вершина Чигет. Вот она, сейчас мы на нее будем взбираться. Нет, не сегодня. Да нет, Ачу, сегодня пойдем. Это приток Баксана, река Гарабаши. Река Гарабаши, она впадает в Баксан. Вот он. Ну, у нас, как бы так сказать, по-настоящему сегодня первый день акклиматизации. Мы вчера кое-куда уже, конечно, ходили, бегали, чисто познавательно, экскурсионно. А сегодня у нас тропа будет... решили по экотропе пройти до водопада Азау. Экотропа, она начинается с Юсинги. Юсинги тропа, Юсинги-водопад Азау. Она состоит из трех участков. Первый участок 5 километров от Юсинги до поляны Нарзанов. Потом 3 километра от поляны Нарзанов до поляны Чигет. И 3,5-200 от поляны Чигет до водопада Азау. Три участка она занимает. Как бы эта тропа. Вот. Начинается, например, в поселке Тигинекли. Протяженность ее получается 13 километров, 200 метров, грубо говоря. Как-то так. В Тигинекли, кстати, есть музей. Музей имени альпинизма и охоты имени Высоцкого. Вот. Рекомендую посещению. Ну, пока. До следующей серии.